Мой главный секрет — это событие, которое случилось на минувшем эфире. Это главный секретище, просто был для всех. Лицо мы выбирали со всеми, кто был в этом салоне, где я выбирал его. Все сбежались. «О, Боже, да мы ж вас знаем, да мы это, а оце кличка буде таке-таке гарне. Ой, які ваші дівчинки пальці тонесенькі, тра-та-та, давай мені там это». Мне сделали скидку огромную. Они выбрали мне очень крутое кольцо. Тихо. Я тебя очень сильно люблю и прошу твоей руки. Все было спонтанно, все было на эмоциях. И я говорил то, что я чувствовал, то, что я думал. Я очень рада. Я понимаю, что сейчас остались действительно сильнейшие. Те люди, с которыми не так-то и просто конкурировать. Буду сейчас стараться. Сразу после интервью быстренько учить слова, надевать наушники, чтобы не слышать, как Костя учит слова, а там еще в соседней комнате и Богдан учит слова. Он одинаковый от эфира к эфиру. Встанет вот так, как аршин пригласил. Ни туда, ни сюда. Андрюша, ну я понимаю, ну ха-ха-хи-хи. Все понял. Но серьезнее не бывает, потому что вот еще за 6 сезонов у меня не было вот такого разрыва. В песне этого эфира у него полный злом настроя, перемена настроя, перемена с попередним эфиром. Насколько это удастся, побачим. Мне кажется, они каждый раз видят мне какую-то няшу. Дайте мне, разорву все вокруг.